Даже не верится, что 10 лет назад этот участок вблизи дачи Геннадия Хребтищева был заросшим и заброшенным. Теперь это площадка для тренировок спортивно-туристического клуба «Легион», центр районного творчества детей и юношества. Сюда, в городок Воздвиженский, несколько раз в неделю съезжаются дети с Новоникольска, Михайловки, Уссурийска. Стегиваете страховочные перила, вы по команде «Старт» начинаете прохождение. Прохождение примерно вот такое. Таким образом. Доходите до конца долины, спрыгиваете, передаете следующему участнику. Педагог высшей категории учит детей географии и физической культуре в Воздвиженской школе. Но все же именно туризм – дело всей жизни Геннадия Геннадьевича. За покорение 10 самых высоких точек Приморского края ему даже присвоено звание «Приморский барс». Я иду на работу как на праздник. Действительно, вот я всем говорю, людям, просто нравится. Это когда смотришь на детей, когда они первый раз побеждают, когда у них глаза все светятся, горят. В прошлом году туристический клуб «Легион» участвовал не только в региональных соревнованиях, но и во всероссийских. Благо, что проходили они в селе Тавричанка, и выехать смогли все желающие. Никто не ожидал, что воздвиженские легионеры завоюют 9 медалей. Навыки, отработанные в природных условиях, многим ребятам помогают и в жизни. У меня поломался замок, и я пришел к тренеру, попросил веревку, снаряжение и пошел залазить на балкон. Ребята характеризуют тренера Хребтищева как строгого и требовательного. Сам педагог этого и не отрицает. Его главные помощники в деле воспитания молодого поколения – дисциплина и хорошие физические нагрузки. Тогда у ребят на плохие поступки не останется ни сил, ни времени. Вера Казинец, Александр Ковалев, Телемикс.